Сьогодні ми з вами маємо покинути автівки і пересісти на велосипеди, адже сьогодні будемо займатися велотуризмом. Басік просто радіє з того, він ніколи не бачив велосипеда, а ще велотуристів, які вже в нашому ефірі. Зустрічайте, Олександр Іванов, а також його вихованці з Сєвєродонецького центру туризму. Вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Давайте познайомимося із маленькими туристами. Я знаю, Льоша. Катя. Катя. Марія та Ілона. Марія та Ілона, ти всіх знаєш? Я всіх знаю. А так він же тепер я ще той турист. Ти ще той турист. Розкажіть нам, коли вже можна розпочинати сезон? Вже ви розпочали його? Да. Во-первых, мы начали уже инструкторским походом, но, с другой стороны, мы его и не заканчиваем. Сейчас проходят и соревнования в закрытых помещениях по велотуризму. Конечно, это не походы, а просто как подготовка к походам. Но, тем не менее, ставится фигурное вождение, дистанция, и дети потихонечку вот свой уровень повышают так, чтобы, когда уже выезжаем на природу, чтобы они владели хорошо велосипедом. И вот завтра у нас выезжает наша группа на соревнования в Кременской заповедник, и там у нас пройдет три дистанции – фигурное вождение, триал и велокросс. Будем соревноваться. Что нам потрібно для того, чтобы заниматься велотуризмом? Ну, для начала велосипед. Не Украина, треба якийсь особливий. А почему? Почему не Украина? Хороший велосипед. Если вы собираетесь ехать ну, куда-нибудь в горы, да, тогда желательно, чтобы у вас переключали скорости. А если вы будете ехать ну, по нашим дорогам, по относительно равнине, то вполне хватает Украины надежный, хороший велосипед. Мені сподобалося, як ви так підкреслили. Надійний. Надійний. Да. Бо вітчизняний, бо свій. Ми ще бачимо на велосипеді, у вас там є сумка, що там? Ну, по требованиям к велотуризму у нас груз должен располагаться как можно ниже, чтобы был устойчивый. Поэтому и конструкция велорюкзака, она ну, похожа на такие вот штаники. Так, чтобы самые тяжелые вещи ложились внизу, чтобы велосипед был более устойчивым. Ну, а что туда ложим? Ну, как говорится, калемене, кружка, миска, ложка, нож. Так, образно говорят туристы. Ну, и какие-то продукты, спальник, сменная одежда. На случай дождя. Запчастини якісь, так? Само собой, обязательно. Ну, камера, камера съемнички, да, насос. В общем, то, что необходимо для этого. Медаптечка на всякий случай. Лучше пусть она не пригодится, но пусть всегда будет. А вы кто знал? Да. Так, а спорядження самого велотуриста, що треба? Треба вдягнути шолом, да. Я не знаю, захист якийсь там треба ще на коліна, чи то вже зайве? Это для начинающих можно, оно не помешает, но для того, кто уже научился управлять велосипедом, можно обойтись без этого. Конечно, желательно, если ехать долго, велоперчаточки, так, чтобы не набивались ладошки. Но в остальном, если вы собираетесь ехать в лес, то я понимаю, конечно, красиво ездят у нас велоспортсмены в коротких таких вот шортиках, короткий рукав, но мы велотуристы, мы едем в основном по лесам, по посадочкам, там, где желательно, чтобы и коленки, и локти были закрыты. Поэтому у нас одежда более закрытого типа, а в остальном главное, чтобы она дышала. Угу. Так, вже я так порахувала, в мене все є, я готова відправлятися, та, відправлятися кудись на велосипеді. А велосипед в тебе є? Велосипеда в мене нема. От бачиш. Головне желання. Треба ж, а, головне бажання, да. Велосипед знайдемо. Конечно. На багажник, конечно. Або на раму. Так, я бачу, що ви велосипедисти не сумні, а веселі, бо у вас є гітара. Ви із піснею завжди вирушаєте кудись у свою туристичну мандрівку. Ну, обов'язково. Потому что в песне мы и делимся впечатлениями, и, ну, скажем так, это отчасти и реклама нашей деятельности. Ну, когда собрался круг близких друзей возле костра, ну, как без гитары обойтись? А это особая умова, чтобы быть туристом? Что можно все же таки просто слушать? Ну, вообще-то, как сказать, это побочный эффект такой. Ага. Но он, как правило, возникает у очень многих. Пока что с ранковой команды идеально подходит для вашей команды Микита, але я одне але. Він не дуже катається на велосипеді. Ну, давай так, трохи щось вміє. Ну, трохи щось вміє, дякую, так. Там гітара є, велосипед, бажання ж є, знайдемо, а от кататися
Якось не дуже. Давайте запитаємо у вас, дівчата та парубки, про атмосферу, коли ви відправляєтеся до туристичної мандрівки. Розкажіть, як воно це все відбувається? Льош. Ну, обично не страшно, тому що потрібно зібратися з силами, поїхати. Тобто можна попасти в аварію, можна взагалі не вижити. Алло, це ж весело наче. Чого ти так пішов одразу з сумного? Так страшно, що навіть мікрофон викрав. Ну, дай на секундочку. Каже, страшно так, що ж. Леш, мікрофон вимкнув. Так, так, дівчата, Ілона. А ну розкажи нам. На самом деле, это довольно-таки весело, когда друзья собираются. Ну, это, конечно, трудно с одной стороны, но с другой стороны, когда люди собираются вместе. Чим складно? Тому що дистанція велика. Да, потому что это очень трудно. А згадайте, яка у вас була найбільша дистанція? Ну, куди там? З якої поверталися, то посухало всі. Так, Льоша, мені здається, що ви не дуже повертаєтесь. Вспомні. Тяжелий рюкзак. Ну, як же ходиться, на самом деле, а не біла туристка, поэтому... Ну, завтра, тим не менее, їдеш. А, то ти на багажнику завжди їдеш. Да. Нет. Так, а ну розповідайте, де ви вже були? Мы были в Кременной, мы были в... В общем, мы делали по церквам, по Золотому кольцу Луганщины ездили. То есть по церквам, храмам и... То есть делали специальную работу. Угу. Тобто ви так собі плануєте якийсь цікавенний маршрут, щоб не просто їздити, а ще зупинити щось, подивитися цікавенько, щоб ще така просвітницька функція, щоб була для дітей. Обязательно. Это обязательное условие. Так, чтобы что-то во время похода увидели нового, что-то исследовали. Поэтому мы, пройдя поход, мы пишем отчет о том, что было пройдено, что было увидено. И встречаем интересных людей, берем у них интервью и готовим вот такие доклады. И по ходу прошлого года, который пошли по Золотому кольцу Луганщины, мы ездили и в Святогорск, оттуда пошли уже по древним храмам севера области. Это была Макеевка, Кабзиновка, это Миловатка, Новокраснянка, Варваровский монастырь. И вот мы проехали по ним и написали такой отчет, и мы заняли первое место на чемпионате походов Украины среди юниоров. Ого, то вы еще чемпионы. Мы чемпионы, да. А сколько это вот золото кольцо километров? Это 270 получилось у нас. Да, все. Ну, все то есть это значительно несколько дней в посту. Да. Да. За 5 дней мы все это прошли. За 5 днів люди це все проїхали, подивилися, відпочили, наспівалися під гітару. Це дуже круто. Плюс-мінус по 55 кілометрів. Да. А скільки діток займається у гуртку Центру туризму саме за вашим напрямом? Ну, скажем так, велосипедистов у нас по списку 15. Но, вот как видите, и пешеходница Илона с нами в этот раз ездит. Затесалась. Мы пригласили, заманили от пешеходников. Также наши гитаристы тоже участвуют в поездках. Поэтому энтузиастов ну, около 20 человек, которые стабильно этим занимаются. А у вас распределяется якось? Ну, вот едет группа, там, ты играешь на гитаре, ты готовишь, ты ставишь на мэр. Во время подготовки мы заполняем маршрутную документацию, и в маршрутной книжке есть такая графа «Обязанности в группе». Кто-то фотограф, кто-то ведет журнал, как летописец похода, кто-то костровой, кто-то повар, кто-то завхоз. То есть все эти все походные должности, и всякий должен пройти во время подготовки. А начальник я? Я. Ага. Если так, то ты была летописец. То если я пойду с вами, мне треба вас посмотреть. Чорнило, п'єро таке. А у нас для начала есть зам руководителя должность в детских походах. То есть сначала проходим заместителем, учимся, и потом уже идем уже как руководитель. Ні, насправді мені дуже сподобалося, напевно, бути літописцем. Це непогано, це наша професія з вами, та журналіст. То все фіксуємо і пишемо про те, як ми зустріли драконів, Дейнеріс. Скажу з Микитою, ми тобі подаруємо перо таке, чорнило, будеш сідати перед вогнищем будеш. Розкажіть нам про смішні випадки, які ставалися під час ваших подорожей. Було таке, щоб потім ви розповідали постійно, що та таке було і ха-ха-ха. Ну, ха-ха-ха у нас, в общем-то, постоянно какое-то бывает. Ну... Что, пришли велосипед, забыли? Да нет, велосипед не забываем. Просто, когда начинающий человек едет в самые первые походы, ну, всякое бывает. То забудет что-то, то... Ну, чаще мы, конечно, запоминаем разные
страшные, как ночные происшествия. Когда там какая-нибудь зверушка придет и скребется среди ночи, это они больше запоминают. А смешных у них постоянно что-то бывает. Постійно, так, я вже хочу з вами вирушати. Мені дуже сподобалось, як ви розповідаєте. Ми можемо сьогодні трошки використати гітару і почути одну із туристичних пісень? Так, про рекламуйте, як ви нам сказали, свій труд, свою роботу. Так. Та, все, на підставку може звукорежисер працювати. Ну, пісня у нас походна. Давайте. У походу є начало, а конца походу нет. Мы прошли дорог немало, но огромен белый свет. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Но не сделаешь ни шагу, сразу выбьешься из сил. Если стойкость и отвагу трудный путь не захватил, ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. От, запам'ятав, Микита, що треба співати, а ти граніце клюш. Де ж ви були в моєму дитинстві? Де ви були зі своїм гуртком, коли я була мала? В лісі, навірно. Я би поїхала слухати. Тут така справа, Світанка там також була в дитинстві. Не були в лісі. Ні, в мене в дитинстві велотуризму якось не було. Але, от, знаєш, зараз дуже хочеться, бо дуже круто. Такий відпочинок для дітей. Тобто ви ж залишаєте гаджети вдома, ну, окрім телефонів. І суто природа, ви і велосипед. Ми можемо взяти телефони, але тільки там, де ми буваємо, вони не працюють. Заряджаються швидко. Це фантастично. Слухайте всім ви дітям так. Басік, тебе колись теж візьмемо. Я зрозуміла, що будеш ти теж хочеш обов'язково та долучитися. Дякуємо, що ви сьогодні були разом із нами. Дякую, що поділилися цією атмосферою. І, напевно, захопили не лише мене, але і всіх, хто щойно нас дивився. Сьогодні ми у нашій спортивній весні у Донбас Лайт каталися на велосипеді разом із туристами Сєвєродонецького центру туризму Олександром Івановим, керівником цього гуртка, а також Льошою, Ілоною. Катя та Марія. Отакою.